Снова всем welcome, это снова я. Сегодня в Японии 31 декабря, мандариновый сезон, вот видите, какие большие мандарины, просто гигантские. Сегодня хороший день, примерно плюс 15, где-то 18 градусов, он побольше, это вот юзу. Вот. И я решил немного проехаться на велосипеде, поснимать, вот, в принципе, вот тоже мандарин. Ну, это вот японские мандарины, микан, смесь грейпфрута и апельсина, где-то такой средний вкус у него, у этого микана. Вот, так как сегодня 31 декабря, но, к сожалению, снега не выпало, вот, придется встречать Новый год без снега. Какой раз уже. В принципе, за все года, что я живу в Японии, ни разу еще на Новый год не выпадал снег. Вот, и я хотел бы поздравить всех моих подписчиков с Новым годом. Вот, спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы подписываетесь, ставите лайки, комментируете. Мне это очень важно. И я бы хотел поздравить вас с Новым годом, пожелать счастья, успехов, здоровья. Чтобы у вас всегда было, как говорится, желание смотреть и комментировать новые видео. Чтобы у вас всегда были деньги, чтобы у вас всегда была хорошая работа. И вы жили в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывали. Вот. Но для тех, кто хочет приехать в Японию, конечно, обязательно приезжайте. Вот. Тут, в принципе, жить можно. Единственное, конечно, немного все по-другому. Вот. Естественно, чтобы у вас все ваши намеченные планы сбылись в новом году, чтобы у вас все было хорошо, вот, в семье, вот, в вашей личной жизни, ну, на работе, на учебе, где бы вы там ни были. Вот. С Новым годом! Вот, с новым 2017 годом! Вот. Все, увидимся в следующем году. Счастливо!